Твиттер вновь призывает бойкотировать Genshin Impact. Боже мой, да что ты такое несешь? Успокойся. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкинвейд. Как вам известно, некоторое время назад активисты из Твиттера призывали бойкотировать Genshin Impact. Те, кто не знает, ссылочку на ролик я оставлю в подсказках, поэтому переходите, можете посмотреть. Но общая суть претензий пользователей Твиттера была в том, что типа хиличурлы, похожие на коренных американцев, в игре не хватает чернокожих персонажей, ну и подобная фигня. В этот же раз особо одаренные пользователи Твиттера решили обратить свое внимание на Эулу, еще не вышедшую пятизвездочного персонажа, которая должна вот-вот появиться в обновлении 1.5 во втором ивентовом баннере. В чем строится суть их претензий? Как известно по лору, Эула является представителем одного из древнейших кланов, который некоторое время назад повелевал Манштатом. И при этом этот орден достаточно жестко использовал рабскую силу. Да-да. В радостном и цветущем Манштате некоторое время назад повелевал орден, который не брезговал рабской силой. Вот именно к этому пункту и начали придираться активисты из Твиттера. Видите ли, здесь мы видим очень негативную пропаганду подобной системы. Но! Если обратиться опять-таки к лору игры, то сама Эула против подобных принципов управления. Плюс к тому же, если мне сейчас не изменяет память, то она так же, как и Джин, состоит в ордене Фавониуса. Но тут я могу ошибаться. Если ошибаюсь, то поправьте меня, пожалуйста, в каком ордене она состоит. Потому что так или иначе, она является рыцарем. С каждым днем новости все веселее и забористее. Начать придираться к истории персонажа, к истории выдуманного персонажа, и не к истории самого персонажа, а к истории клана, в котором рос тот или иной персонаж. Боже мой, тогда можно бойкотировать всю русскую литературу, в которой есть упоминание крестьян. Ведь крестьяне те же самые рабы по факту, да, чуть более свободны, но по факту тот же самый рабский наемный труд. Честно говоря, я уже даже не знаю, что еще смогут придумать эти активисты для того, чтобы еще немножечко похайпить. Хотя какое-то по факту в хайп. У всех, кто в данный момент играет в Genshin Impact, я уверен, подобные сообщения вызывают только небольшую улыбку и сожаление по поводу того, что в этом мире существуют такие люди. Кстати, давай с тобой подумаем и напишем в комментарии, к чему в следующий раз пользователи Твиттера смогут придраться в Genshin Impact. К какому-нибудь откровенному костюму, либо же еще к одному витку истории самого лора. Кстати, приглашаю тебя сегодня вечером заглянуть к нам на стрим. Но сегодня он будет проходить не на нашем YouTube-канале, а на Twitch-канале. Да, вот тут я решил воскресить свой старый Twitch-канал, поэтому приглашаю прийти сегодня поиграть. Сегодня мы будем играть в Valheim, поэтому забегай обязательно на стрим, буду рад тебя видеть. Ну а так, на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео, а также на стриме. Пока-пока!